В этом году в Югре построят еще 60 километров дороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Ввод в эксплуатацию обсудили полпред президента ВУРФО Владимир Якушев и руководитель Урал-Управ-Автодор Александр Бедусенко. Стороны говорили о перспективах проектирования и дорожных работ на магистрали. В частности, речь идет об участке от Тобольска до Сургута. Планируется, что дорогу расширят до 4 полос. В общей сложности на трассе планируется отремонтировать более 100 километров полотна. Всего же в нормативное состояние приведут 3 сотни километров автодорог.